Спортивно-оздоровительный комплекс имени Александра Московского в селе Подоскляй набирает популярность среди спортсменов. В минувшие выходные на его базе прошел областной чемпионат по смешанному боевому единоборству. Соревнования такого уровня проходят в первый раз, но руководство Рассказовского района уверено, что начало положено. Чемпионат Тамбовской области по смешанному боевому единоборству приурочен к самому главному празднику нашей страны – Дню Победы. Такие соревнования проводятся именно для того, чтобы приучать молодежь к здоровому образу жизни, повышению мастерства и спортивной квалификации спортсменов. На торжественном открытии чемпионата руководство Рассказовского района поздравили спортсменов с дебютным проведением соревнований и пожелали бойцам честных боев. Проходят вот такие вот важные соревнования, соревнования областные. Я хочу сказать, что нас, администрация района, это ко многому обязывает. Мы будем стремиться, чтобы здесь соревнования приводились почаще. Мы всегда рады приветствовать вас, уважаемые друзья. Значит, уважаемые спортсмены, мы будем делать для того, все, чтобы вам сегодня здесь понравилось, чтобы вы были неотделены вниманием. Спортсмены из разных городов и районов области готовились к бою, чтобы стать сильнейшим и занять место в сборной команде Тамбовской области для участия в чемпионате ЦФО России по смешанному боевому единоборству. Спасибо, что пригласили нас сюда. На самом деле мы рады, что мы заехали, рады видеть данные схемы. У нас уже появилось много идей по использованию пользу нашей сражения. Здесь хорошая база, на самом деле, проводить спортивные сборы. Что-то здесь работать с лагерями, очень здорово. Лес рядом, речка рядом. Все здорово. Я работаю на регионе. Для проведения соревнований такого уровня в спортивно-оздоровительном комплексе все подготовлено. Ринг, который руководители района подарили спортивной школе, специально перевезли в Подоскляй, чтобы спортсмены смогли показать свои спортивные навыки и мастерство боевых приемов. Мы вот для этого создали, чтобы на базе Подоскляй проводить свои местные районные соревнования. Ну, председатель федерации смешанного единоборья посетил Подоскляй. Ему здесь все очень понравилось. И он сказал, что мы здесь будем проводить выездные сборы, так как здесь все соответствует для этого проведения. Все соответствует и санитарным нормам, и спортивным нормам. Чувство гордости, что вот у нас именно в Подоскляе, именно в нашем оздоровительном комплексе проходит областной чемпионат. Как говорят между собой спортсмены, в таких соревнованиях побеждает сильнейший. Практически с первых боев можно было определить, кто действительно собран и подготовлен. 24 апреля 2015 года на чемпионат ЦФО в город Москву защищать Тамбовскую область поедут только 12 спортсменов в 4 весовых категориях. Из них 3 бойца будут представлять Рассказовский район. Екатерина Студенова, Степан Диколенко, новости ТВ Рассказово.